Привет всем любителям пиратского софта, и наконец вышел FS Global 2018. Я говорил о нем, когда устанавливал FS Global 2010. Берем эти архивы все, если вы хотите поставить всю землю, весь земной шар, и перекидываем в место, где он был установлен. Также рекомендую закрыть торрент, чтобы он нам не мешал. Понятно. Торрент успешно закрылся, но не офнулся. Вот теперь он все выключился. Переходим к установке. Выбираем P3D версии 4, выбираем все континенты, идем Next. F. Там у меня находится prepar install, accept. Полная установка. Установка займет некоторое время, дождитесь конца. И она началась. Давайте глянем папочку temp. Здесь ничего нет. Вопрос. Куда оно все это пихает? Если мы зайдем на диск C, appdata, local, то здесь тоже ничего нет. И установка у нас завершена. При первом запуске симулятора он начал генерировать индексы файлов. Я перезагрузился до этого. Но я забыл убрать Orbix Global, который 2010 года. Сейчас у меня загрузится стартовый экран препара. И потом я уберу его через Scenery Config Editor. А дело тут на самом деле очень темным оказалось. При удалении FS Global 2010 из Scenery KFG с помощью Scenery Config Editor мы теряем препар. Да, именно так. После загрузки окна старта, вот prepar 3D версии 4, он просто уходит в трей и грузится и с концами. Поэтому я взял, подключил его обратно, и сейчас хочу удалить его непосредственно из самого P3D. Что из этого получится, увидим. После загрузки P3D заходим сюда. И видим здесь, Вот. FS Global 2018. И после этого отключаю отсюда вот это все добро. И окей. И о чудо! Он работает! Он абсолютно работает. И я даже уже вижу результат по этим Жигулевским горам. Так стоит ли устанавливать этот FS Global 2018? Если у вас не установлен еще FS Global 2010, то однозначно стоит, так как он устанавливается проще, мороки с ним меньше, и он реалистичнее. Также говорят, что он быстрее грузится. Быстрее, чем FS Global 2010. На самом деле я не знаю, грузится у меня сим одинаково, что с ним, но тем не менее, меши придется прибавить. А именно, я сделал на 5 метров. До этого было 10 метров, так как FS Global 2010 больше 10 метров нигде не рисовал. То этот FS Global 2018 рисует уже более реальные пики, более реальные горы, где реальные вершины, он их рисует не просто общей массой, а именно как они есть отдельно. Так что смотрите сами, если у вас есть возможность скачать его. А весит он 20 с чем-то гигабайт, 20 с небольшим, то обязательно ставьте. На этом все, спасибо за внимание, до новых частей, пока!